Есть множество, в том числе и китайский метод, где коррупция процветает. Если поймали, у них там расстреляли. Это плохо. Но это очень действенно. Потому что есть степень... потому что есть масштаб проблемы. Есть предел допустимого и недопустимого. Та же пресловутая точка невозврата. Если ты понимаешь, что везде, где ты вышел на улицу подышать, к тебе подходят и говорят, заплати, потому что нам надо бабки, это уже точка невозврата. Если бы мне предложили стать президентом, я бы, конечно, отказался. Главой антикоррупционного комитета я бы, конечно, отказался, потому что я отказался от должности президента. Я, извините, не сильно верю, что антикоррупционный комитет может что-нибудь решить без президента. Таковы реалии сегодняшнего дня. Но, повторяю, если бы меня спросили, что нужно делать, я бы сказал, беспощадно наказывать. А другого пути нету. 13-й вопрос, что нужно поменять всю систему. Но, извините, с чего-то же надо начинать. Хоть снизу, хоть сверху. Надо с фундамента. Но если фундамент глубоко, начинай рыть сверху. Вот поймай, чтоб боялись, и накажи. Так, чтобы каждый следующий, прежде чем украсть, взять мощную взятку, унизить человека, подумал, елки, меня поймают и накажут. Может, даже расстреляют, как в Китае.